Глава региона Александр Мор посетил новый детский центр культуры «Максимум» в Тюмени. Он открылся месяц назад после капремонта старого помещения на улице Шиллера. Порядка 300 юных тюменцев занимаются вокалом и хореографией в просторных кабинетах и залах. Есть здесь и своя студия звукозаписи. Ученики принимали участие в программе «Голос» и других федеральных программах. Чтобы дети учились в таких условиях, проект поддержали администрация города, а также благотворители, компания «Сбербанк» и «Мостострой». 11. Есть надежда на продолжение сотрудничества. И мэр города Иван Николаевич Александр Дмитриевич как раз поддерживает развитие именно таких центров. Я думаю, что у нас в ближайшее время, не буду называть где, появится очень хороший центр именно развития детского творчества. Это еще один пример того, что государственно-частное партнерство может эффективно решать задачи развития социальной сферы.